Древесина – это возобновляемый ресурс. Она прочная и экологически чистая, приятная на ощупь и внешне. Неудивительно, что у древесины самая большая из всех природных материалов область применения. Объем применения древесины можно увеличить, потому что наши леса дают заметно больше древесины, чем мы используем. Уровень сохранности наших лесов самый высокий в Европе, и почти все наше производство леса сертифицировано. Из древесины производят пожаробезопасное, энергоэффективное и прочное здание. Ее используют также для производства окон и дверей, внутренней отделки и мебели. Современный деревянный дом спокойный, с хорошим качеством воздуха. Использование древесины внутри помещений позитивно влияет на настроение и уровень физиологического стресса. Углеродный след деревянного дома за 30 лет эксплуатации достигает уровня бетонного здания при его постройке. Северная Финляндия является лучшей территорией для произрастания деревьев в мире. Вегетационный период короткий, и благодаря медленному росту рождается самая качественная древесина. О древесине и возможностях ее применения можно найти информацию на странице woodproducts.fi.